Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что же, у нас сегодня вторник. Как ты помнишь, в понедельник у меня не получилось записать наше прохождение по откату недели. Поэтому, ребята, сегодня, надеюсь, все будет у нас четенько. Все запишется, все как полагается. Ну что, зайдем, наверное, с тобой в бой и посмотрим, где я сейчас нахожусь. В Лиге Сёгунов в данный момент, то есть был в Лиге Мастеров, практически две звезды, но меня скинули. Я, в принципе, не удивлен, так и должно быть, ребята. В испытаниях я прошел Мания Майки практически полностью, кроме последнего эпизода. Сегодня я попробую, наверное, его пройти дальше. Ну, надеюсь, у меня получится. Так, ну что, начнем с заданий, да? Так, где у меня Сплинтер, вот. Сплинтер, давай дальше прокачивать тебя. Нам нужно еще найти три бинокля. Раз. Так, подожди секунду. Второй и последний бинокль. Пока нам что-то не особо везет. Отслеживающее устройство нам находится. Вот он. Нашли. Так, и дальше нам нужно найти 14 кружек. Я тебе не дам гарантии, что именно сейчас мы с тобой это все найдем. Одну кружку нашли. Так, вторая кружечка у нас с тобой. И, по-моему, задание мы уже выполнили, да. Давай заберем с тобой награды. Здесь и здесь. Так, пройти серию испытаний, поднять уровень. Серия испытаний, да, значит? Так, ну что, заходим с тобой. Не сюда, конечно же. Что я делаю? Мы же можем с тобой вот так вот взять и все. И проблем, как говорится, меньше будет. Пойдем вот сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Ёлки-ты-палки, ты смотри. У меня, у Саги и у Бакстера Стокмана по минималке жизни. Это плохо. Они могут распластаться, поэтому надо как можно быстрее их захилять. Так, Паукус, давай попробуем тебя. Не вышло. А вот у нас и хилочка подоспела. Давай, Лео, жги. Нормуль. Добиваем Паукуса. Ну, а этих охламонов мы вообще на изи разберем. Тут у нас Крэнк мини. Ну и этот Йети, в которого вселился Крэнк, опять же. Да? Точнее, какой-то механический Йети. Так, ну что, мы с тобой приходим на вторую волну. И вот здесь уже ждут нас партизаны. Тут у нас и Бибоп, тут у нас и Рокстеди. Давай-ка сделаем вертушку, наверное, да? И половина упадет. Половина упала. Бибоп упал, Рокстеди упал. Все, друзья мои. Серию испытаний мы прошли. Но я, знаешь, что думаю? Может быть, нам с тобой сегодня вообще пройти полностью это испытание? Там осталось, если не ошибаюсь, где-то боев 10. Раз, два, три, четыре, пять. И тут два. Семь. Слушай, а давай, наверное, быстренько с тобой пробежимся, а? Сразу зато заберем с тобой награды все эти, да? Посмотрим, что он там выпадет нам. Да, я думаю, это будет оптимальный вариант. Потом сходим с тобой на арену. Попробуем пройти испытание Мания Майки. И возьмем с тобой еще одно испытание. Так, ну здесь пока все на изи. Тут даже, ребята, и думать не о чем. Давай-ка так сделаем. Как я их терпеть не могу, а? Если бы вы только знали, эти люди-грибы. Меня прям уж... Только на них смотрю, у меня уже мурашки просто бегут. Так, вот здесь, наверное, мы с тобой уничтожим Зека. Упс, не вышло. Сори. А вот так, отлично. Так, Паукус, по-моему, тебя придется немножко прихлопнуть. На один удар его, ребят, хватило. Так же, как и мини-крэнга. Так, я про училку-то забыл. Да-да-да, она хоть, ребята, и училка, но она бомбит не кисло. Ну ты-то куда лезешь, а? Вот куда ты лезешь? Тебя сюда звали? Все, друзья мои, еще одну битву мы с тобой выиграли. Остается, по-моему, сколько там? Пять их, да? Пять боев. Ну, самое сложное раньше я считал центральную битву, да, где мы будем с тобой с оригиналами драться. Но теперь, я думаю, мы всех прорвем. И даже Крэнга. Так, идем сюда. Берем вот этих вот ребятулек. Это, как говорится, сегодня будет серия у нас такая довольно длинная. Только лишь из-за того, что вчера у нас не записалось с тобой. Ну, действительно обидно, ребята. Я так старался, я так хотел похвастаться, как мы с тобой бустанули. Причем буст вот прям при вас все это было, как бы. Обновился счетчик.
И мы с тобой рванули сразу же, буквально с первых секунд, как только неделя откатилась. И так классно мы там шли. Я практически не использовал откаты. И дошел до Лиги Мастеров почти 2 звезды. Там, по-моему, 32 место я занял. То есть мне так понравилось. И на тебе. Хотел монтировать уже, а оказывается, у меня записался только голос. А вместо видео записался второй монитор, на котором просто была... Ну, просто рабочий стол, друзья мои, записался. Так. Кстати, надо будет проверить сейчас. А то тут тоже, ребята, может быть такая же трабла, что запишется просто рабочий стол. Вот это будет обидно. Так что я, наверное, сейчас сделаю паузу, гляну на всякий случай. А то, как говорится, всякое бывает. Так, ну что, забираем, и у нас тут еще 3 уровня на этом круге, а потом пойдем на Кренга. Ну что, друзья мои, проверил, вроде бы все норма, так что можно смело продолжать. Берем опять нашу основную команду. На улице дождь, а мы, как всегда, деремся на крышах. Первый пойдет под раздачу у нас Паукус. Ну почему-то Усаги его не одолел, а? 2 мощных удара тебе не хватило, чтобы его покоцать. Ладно. Минус Йети, я их раньше, знаешь, как назвал? Стрелозада, знаешь почему? Потому что они из задницы, ё-моё, достают 2 пулемета и начинают стрелять. Да-да, я серьезно тебе говорю. Так, ну что, здесь, наверное, можно сделать нашу супер-вертушку, да? Давай, зайчик, наяривай. Ну все, они здесь не жильцы. Они упадут. Давай так сделаем еще. Бумс. Норма. То есть здесь мы с тобой тоже прошли. И сейчас у нас, по-моему, оригиналы будут, да? Ну пойдем на них, какая нам разница, ребята, кого бомбить. Нам главное пройти здесь, да? А нет, нет, друзья мои, еще один бой, а потом уже будут оригиналы. Поэтому в этом бою мы с тобой как можно меньше используем суперударов, для того, чтобы оставить все на оригиналов. Поехали. Крис Брэдфорд не упал. Да мы удар сделали все. Ага, вот, вот, молодец, Лео, красава. Так, а у кого? У нас только у Лео и у Рафаэля, да? Двойной удар. Так, завалили. Так, теперь тебя, парень, хоба. И добивочный. Переходим на вторую волну. Смотрим, кто у нас тут. Я угощу их вертушкой, пожалуй. Блин, я же хотел... Господи, я же хотел, ребята, вертушку поэкономить. У нас же с тобой сейчас будет оригиналы. Ладно, я думаю, мы с ними так справимся. Они уже не такие сильные, как были раньше. Потому что раньше мы, наверное, были слабее. Вот так я возьму. Возьму майки, ребята. Ну, вы понимаете, зачем он мне здесь нужен. Для того, чтобы повесить, правильно, уклонение. С уклонением мы с тобой уже будем неуязвимы практически. А дальше все покажет игра. Так, Лео сразу надо вырубить, потому что он любитель брать провокацию. Охо-хо, а провокация у него еще, друзья мои, идет с уклонением. Так, вот этот хитро сделал, конечно. Молодец, повесил на себя сразу иммунку. Ну, а мы тогда будем просто разбирать. Почти ушатали Донни. Воу-воу-воу, куда ты? Ты же не попадешь. Я же говорю, не попадешь. Так. Рафаэль делает масуху. Зря он, конечно, такое сделал. Хотя, подожди. Так, он еще контрудар сейчас сделает по майке. Все. Так, мы его добьем сейчас? Есть. Ну и остается майки. Мы можем, в принципе, наверное, хильнуться с тобой для начала. А он наверняка сейчас бомбочку бросит, да? Или не будет бросать? Слушай, удивительно, он не стал бросать бомбочку. Ладно, как скажешь. Я тебе давал шанс исправиться, а ты не захотел. Так что, извини, кто не успел, тот опоздал. Ну что же, оригиналов, как ты видишь, мы с тобой порвали просто на изи. И остается всего лишь 2 боя. Эх, опять Крэнк будет, бедолага, психовать. Скажет, вот опять Рэй пришел, опять мне звездюлей надавал запрос атак. Ну а я что, виноват, что ли? Если ты суперзлодей, и мы против тебя все деремся. Ты еще радуйся, что я тебя хочу вообще собрать.
А я его хочу собрать, ребята, именно до платинового ранга. Так, ну что, у нас первая волна вообще на изи была, да? Во второй... Блин, как грибы опять, а? Давай волну попробуем запустить. Отлично, грибочки нас больше не побеспокоят. Карайка, в принципе, да, мы ее уничтожили. Хан, ну-ка. Тоже можно не волноваться по поводу Хана. И остается Ванюша. Ну и Ванюша, в принципе, тоже. Все, друзья мои. Великолепно здесь было все пройдено. Ну что, остается последний бой именно с Крэнгом. Да-да, сам Крэнг, Крэнгович решил нам сделать вызов. Поехали. Я принимаю бой, как говорил Маугли, да? Ой-ой-ой, подожди. Блин, мне же надо было сюда взять майки с уклоняшкой. Ну ладно, попробуем без уклоняшки. Так. Острозуб упал. Прикинь, эта махина упала просто с двух ударов. А вот это ты зря сделал, парень. Понизил мне броню, ты посмотри, а. Так. Добили. Ну что же. А вот и сам Крэнг. Единственное, что меня, ребят, немножко напрягает, у Бакстера Стокмана пониженная броня. Хотя, может быть, она сейчас упадет. Посмотрим. Так, вот он Крэнг, потирает свои лапки, как всегда довольный. Вперед в атаку орет. Бакстер, покажи, у тебя есть или нету? Блин, висит. Придется брать, друзья мои, провокацию. Придется брать провокацию. Давай так сделаем. Оу, четверть хп уже отняли. Вот, начинается. Ты посмотри. Именно вот про это я тебе и говорил. Раз. Два. Хилочку, можно мне хилочку, нет? А по-моему все, ему крышка, ребят, да. Ну все, 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 Крэнг, успокойся. Иди там, полежи, отдохни. Победили мы тебя. Ну что, друзья мои, наступила пора забирать нам с тобой награды. Открывать все эти сундучки и смотреть, что в них нам достанется. Это я пропускаю, потому что бесполезно читать. Уже 33 раза читали все это. И собираем. ДНК из другого измерения. Так. Донателло, Донателло. Да ладно, что так много Донателло-то мне навыпадало. Ну, а здесь погнали. Бибоп. Так, дальше. Крысиный король, Кейси Джонс, Рафаэль Видение. Вот это, кстати, хорошо, что Рафаэль Видение выпал. Донни. Так, Змейка Вьюн и Зек. Рафаэль Фильм. Ты посмотри, а, неплохо идем. Леонардо. И все, ребята, здесь у нас выпадает Леонардо оригинал. Здесь Леонардо две штуки. Тут Майки, Рафаэль и Рафаэль. Майки и Рафаэль. Все, ребята. Единственный, кто мне здесь понадобился, это Рафаэль Видение. Все. Больше никого здесь мне не выпало. Вот так вот, друзья мои. Ну что же, а мы с вами идем теперь на арену. Лига Сёгунов, одна звезда, ранг 68, 24 отката, как ты видишь. И попробуем сейчас с тобой сделать такой мини-буст. Меня скинули, но я хочу вернуться обратно. Так, Наталья у нас тут, я возьму, наверное, ее. Так, 48 уровень, 48 уровень. Здесь придется, ребята, делать по старой схеме. Мы с тобой будем сейчас отыгрывать, начиная с самого-самого конца. Вот этих вот ребят. Именно за счет Леонардо. Почему? Потому что Леонардо будет их ложить всех с одного удара. Соответственно, мы с тобой отыграем слабых. И уже подтянутся потом крупные. Но не уверен, что мы обойдемся без участия имбы. Здесь она уже будет с нами практически постоянно. До последнего боя присутствовать. Ну, это, я думаю, ничего страшного. И главное, что нам вернуться бы с тобой обратно в Лигу Мастеров. Желательно в две звезды, было бы неплохо. 15-19, а дадите мне 15-20 или 16-20, как у вас там заведено? А, наверное, не дадут. Ага, 15-20, есть такое дело, ребята, это Саша. И мы берем. Так, Майки, подожди пока, ты здесь не нужен. 55 уровень здесь противников. Всегда, ребята, немножко опасаюсь, потому что, ну, вдруг он не добьет кого-нибудь, понимаешь? На 55 уровне. Он может Бибопа не добить, например. Ой-ой-ой-ой-ой.
Тихо, тихо, тихо. Блин, я еще не заметил, ребята, что здесь Донателло еще жив оказался. Ой, все-таки да, ребята. Без подстраховки. Ну, плохо играть без подстраховки, ребята. У него еще броня, фиг его пробьешь. Давай, наверное, вот так вот с собой сделаем. И вот так вот. Да, друзья мои, одного мы все-таки потеряли. Ну, это, как говорится, уже первый звоночек, говорящий о том, что Рэй, пора тебе брать второго бойца для подстраховки. А я почему-то понадеялся, что смогу справиться сам. И видишь, во что мне это все вылилось. Обидно, конечно. Ладно, 15-20, да, это Кельвин. Ну что, Лео, возвращаем тебя на место и берем... Нет. И берем тогда с тобой... Ну, если тут 54 уровень, я думаю, здесь будет достаточно, например, Шархана. По инициативе, в любом случае, он переплюнет этих полтинников, да? А мы с тобой вот этих вот отыграем. Роквелл 40. Хотя бы вот 40-х отыграть, чтобы дошли мы до 50 уровня. Там будет уже полегче. Ну что, делаем вертушку. Как обычно, козырный ход. И вот здесь вот все отлично, ребята, получается. Видишь, а почему-то вот Бибопа, да, и Донателло он не смог добить. Ну хотя понятно, Донателло он в любом своем проявлении, любой его класс, довольно сильный, крепкий именно по защите. А Бибоп, мне кажется, он из-за того, что, ребята, у него, ну он типа, знаешь как, толстокожий. Ну свинота, одним словом, понимаешь, свинота. Поэтому он вот выживает. Так, у нас Евгения, да? Давай возьмем, наверное, здесь просто паукуса с тобой. И отыграем вот этих вот троих. Сороковые только пройти и все. А потом я тебе говорю, сороковые пройдем, потом я скажу, блин, надо отыграть полтиннички. Потому что противник уже будет еще серьезнее. Там уже будет 60 уровень у него. Ну что, паукус, надеюсь. Молодец, спасибо. И, кстати, повезло, что здесь просто остался один противник. И было бы здесь двое или трое, ну, не знаю, как бы уже игра бы у нас тут обернулась. Если бы паук, например, промахнулся бы, начали бы разбирать наших. Ну, а мы с тобой уже в Лиге Сёгунов 2 звезды. Ранг, как ты видишь, у нас 81. Так, а дадите мне тут 16-21? Нет, не хотите? Не хотят. Говорят, Рэй, слишком и так дофигища тебе, да? Ладно, возьмем тогда Владислава. Так, Владислав, ну что, давай тогда мы сделаем с тобой, знаешь как? Страховку я буду брать змею-карай, карайку обычную, конечно же. И... Да, сороковых, конечно, у меня очень много. Пол игры можно играть одними сороковыми уровнями. Так, ну что, поехали. Вертушки, я думаю, достаточно будет. Опа. А если вот так вот? Нормуль. Я же тебе говорю, карайка всегда... Ну, не карайка, а именно второе лицо должно быть. Это перестраховка элементарная. Это уже, как говорится, не моя прихоть. Так просто нужно играть. 57 ранг. Так. Дают мне до сих пор, ребята... Слушай, подожди, если я вот так вот сделаю? Ну, к примеру. Слушай, одного усаги будет достаточно, чтобы повалить всех? Как ты вот думаешь, а? Давай попробуем сейчас с тобой посмотреть. Вот сейчас он сделает вертушку, да? И мы посмотрим. Если повесит постепенный урон на всех, то это будет вообще круто. Ну-ка. Да, они все трупаки, ребят. Знаешь, почему они сейчас все упали? На них висел постепенный урон, и они должны были один друг за другом проходить. Так как у них постепенка была, они и упали штабелями. Вот так вот, друзья мои. 35 ранг у нас с тобой. Да что ж такое-то, 15-20, может быть, дадите уже 16? Вот, видишь? Рафаэль все-таки нашелся. Возьму здесь Армагона, возьму здесь Микавьюна и... Ну ты посмотри, сколько еще персонажей. Ё-моё. Еще довольно много. Я еще вот думаю над испытанием Мания Майки. Сможем ли мы его пройти? Очень, конечно, будет тяжело, если честно. А знаешь почему? Знаешь, кто мне там больше всего наносит вреда? Люди-грибы, которые самые первые идут. Самый первый поединок, самый нудный, потому что они наносят урон, и они же, по-моему, на себя вешают уклонение. И я не могу их там быстро разобрать, к сожалению. Так, ну что, посмотрим, куда мы с тобой. Опачки.
Ну что, Лига Сёгунов 3 звезды будет уже после этого боя, я тебе скажу сразу. Так, ну здесь, наверное, придется все-таки брать Усаги. И возьму я, наверное, здесь Зека. А почему я здесь взял Зека, скажи-ка мне, нас. Нет, не Зека мы будем с тобой брать. Мы возьмем с тобой здесь лучше Ваньку. Я думаю, Ваньке будет достаточно уже добить там капельку, да? Потому что основной урон нанесет, конечно же, наш Усаги. Ну, проверим. Ну вот. А, у нас еще Майки. Ну, у Майки, конечно, атака ни о чем, ребят, поэтому он ничего здесь, наверное, не сделает. Но Сплинтера он ушатал. Ага, этот хиляется. Вот это, ребята, уже плохо. Вот это уже плохо. Я вообще-то не рассчитывал на такой расклад. Сейчас Донни сделает... Ай, пакость. Донни делает пакость. Слэш, а ты как? Отлично, добиваем. Мне надо теперь как-то Донни, ребята, уничтожить. Как? Вот так. Опа. Слушай, ну тут, конечно, большие риски были вообще. Тут Ванюшка, ну, грубо говоря, чудом как-то справился. И то не добил, конечно, одного. Но в любом случае мы с тобой уже в Лиге Сёгунов 3 звезды. Все. Осталось совсем чуть-чуть. Это дойти до Лиги Мастеров. Так, я возьму Усаги. Возьму я здесь Рафаэля, наверное. И вот этих вот. Уже 46 уровень моих бойцов, то есть уже полтинники будут скоро идти. Ну что, поехали. Давай, Усаги, отжигай. Надеюсь, постепенно урон на всех повесишь. Круто. Тут уже можно любого бомбить. Ох ты, а как? Как, Ванюша, ты выжил, а? Скажи-ка мне. До тебя не дошел ход, да? На. Крэнк, Крэнк, это, конечно, хорошо. Но, блин, сколько, ребята, еще на него 80, по-моему, ДНК нужно найти, чтобы его подвести к фулл пятой золотой звезде. А там уже, как говорится, и рукой подать до платины. А в платиновом режиме, я думаю, он будет, ребята, так валить своей вот этой вот суператакой ракетами. Просто уши будут заворачиваться. Раз, два, три. И для подстраховки возьмем с тобой Шредера. Вот смотри, я тебе об этом говорил, что мы с тобой, я говорил, 45 уровень отыграем и потом будем типа играть. Видишь, мы 40-е отыграли практически, да? У него уже 60-й. То есть тут он нас обгоняет буквально на 10 уровней. И без применения моей имбы мы тут с тобой не справимся. То есть постоянно мне придется использовать сильных персонажей. Поэтому я использую откаты, поэтому я все время забираю Усаги, хотя можно и Леонардо взять, можно и Армагона. Так, нам главное с тобой перейти в мастер. Конечно, в мастера, друзья мои. Так, 16-21, берем. Почему я все время хочу Лео взять, а? Вот чешутся руки у меня взять Лео. Полтинники. Вот здесь вот, если честно, как-то необоснованно я взял. Да, у Саги-то, конечно, все понятно. Но вот Сплинтер. Крис Брэдфорд-то сможет кого-нибудь здесь чпокнуть. По любасу. Например, вот этого, да? Рокс, иди, он тыч выбьет. А вот Сплинтер. Блин, тем более тут такие бойцы, они... Что то, что этот, они... Ага. Все-таки Бибоп, ребята, распластался. А я думал, что он выживет. Ну, он толстокожий все-таки. Но не тут-то было. Так, 28 место. Возьмем с тобой, наверное, Роман. Нет, Романа не возьмем, потому что он по кубкам слабоват будет. Вот, Нурмухамед. Вот, Нурмухамеда мы возьмем. Так, беру здесь Усаги. Вместе с Усаги пойдет у меня, наверное, здесь Джастин. А к Джастину уже присоединятся Рокстеди, Эйприл и Ксевер Монтес.
Ну давай, посмотрим, кто кого. Хотя здесь сейчас достаточно будет Усаги вместе с запахом изо рта от Джастина. И все, смотри. Ай-яй-яй. Смотри, там уже половина упала. Все. Вот так вот мне нравится. Мне, конечно, больше нравится, когда будет достаточно одного удара Усаги, чтобы они все падали. Но в данном случае и так годится. Еще бой, друзья мои. И мы с вами в Лиге Мастеров. Ха-ха-ха, будем. Будем с тобой в Лиге Мастеров. Я возьму Романа. Я возьму Романа здесь. Так, давай, наверное, вот такую вот команду возьмем. Слушай, по-моему, у нас получится сегодня даже всех отыграть. И получится, наверное, даже перейти в Лигу Мастеров 2 звезды. Мне так кажется, ребят. Не хочу, конечно, сглазить. Потому что я обычно, когда я что-то ляпну, у меня все идет наперекосяк. Но в данном случае это просто, смотри сам. Просто имба какая-то. Крушим всех налево и направо. Ладно, двигаемся далее. Смотрим, как у нас тут пойдут дела. Та-дам! Да, друзья мои, поздравляю с Лигой Мастеров. Двигаемся дальше. Берем с тобой 16-22. Это самый оптимал по кубкам. Берем здесь опять же Усаги. Возьму здесь Бакстера Стокмана. Подожди, Бакстер Стокман уже... У нас же он... Слушай, ну я думаю, что здесь по инициативе он переплюнет. 60 уровень он должен переплюнуть, ну согласись. Обязан просто-напросто. Давай проверим. Тут еще Усаги, конечно, может много чего сделать. Он крутит-вертит. Наказывает. Волна, все, тут победа за нами, друзья мои. Да, нормально он, как говорится, среагировал. Не стал там где-то стоять в кустах, выжидать какого-то момента. Просто сразу подключился. Так, давай мне 65-й. А, 61-й даже. О, как хорошо. Так, Патрик. Ну, давай возьмем Патрика, так уж и быть. Усаги, возвращайся. Хм. А вот здесь уже есть опасочка, ребята. Ну что, будем надеяться, что Донателло справится. Но здесь муха. Если мы муху, конечно, уложим сейчас вот. Если Усаги повесит на нее постепенно урон, чтобы она не смогла отхилиться, то это будет топ. Отлично. Все великолепно. Ну давай, добей. Прекрасно. На Рафаэля дуплился, ну а мы с тобой двигаемся дальше. Это тебе не морозная кошка с шоколадной начинкой внизу. Ай, так. Какой там, 45-й, да? А, 42-е. Ну, норм, согласись, норм, идем. 17-23, это Нейт. Нисколечко не имею против, да, этого Нейта. Давай я возьму вот так вот. Тихо, Майки. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Так, это как минимум еще три боя. Со слабыми персонажами. Как минимум, да? То есть я просто прикидываю сейчас, сможем ли мы, успеем ли дойти до Лиги Мастеров 2 звезды. По идее, как бы должны. Должны успеть. Ну, если что, придется, может быть, даже купить откаты. Хотя этого делать не стоит, я вам говорил. Откаты есть смысл брать уже ближе к концу недели, когда уже все устаканилось, и ты можешь спокойно, ну, как говорится, точно знать, что тебя не скинут. Там, да, а здесь вот пока, ну, как бы на то не стоит делать его. Так, давай возьмем вот этих вот двух наших орлов. Раз, два, три. То есть откатиков у нас все меньше, меньше и меньше. Враг все сильнее и сильнее, и у меня, естественно, заканчивается лимит моих бойцов. Ну-ка, Усаги, что ты там сделаешь? В принципе, неплохо. Лео добьет, а если не добьет, то постепенный урон уничтожит. Замечательно. Ну что, двигаемся дальше. Наверное, сейчас будет где-то 9-5 позиция, я так понимаю. И нам нужно... А, мы уже перелетели в Лигу Мастеров 2 звезды, друзья мои. Ну это круто, на самом деле. Лига Мастеров 2 звезды. Ну что может быть лучше, а? Что может быть слаще? Да я не знаю, что, ребят.
Есть только Лига Мастеров 4 звезды. Ну, такой еще пока здесь нету. Возьму я здесь майки тогда. Майки я взял, ну, просто чтобы ребята хотят, зачем он здесь нужен. Вот этих мы с тобой отыграем лучше. Так, погнали. А что я радуюсь? У меня еще впереди испытание. Мания майки. Там придется еще заморочиться, а? Тогда, наверное, мы с тобой испытание второе оставим на следующую серию, да? Я думаю, так будет справедливо. Там, по крайней мере, нам хоть будет что показать. А если я сейчас пройду все испытания, то на следующей серии вообще ничего не останется, кроме арены. Так, какое место? Фига, я был же уже. Ты видел, сейчас только что обратно вернулся в Лигу Мастеров 2 звезды. Меня вот за этот бой уже успели скинуть. Татьяна. Ну что же, Татьяна, у нас еще с тобой сколько? Ну, судя по этому, 2 или 3 боя. Вряд ли, конечно, я возьму Лигу Мастеров 3 звезды. Но мне этого достаточно, что у нас уже есть какой-то особый результат. Причем на второй день буста. Это классно. О, и у Саги у нас просто в ударе. Ты видишь, он по степенке только раздает. Просто дарит их безвозмездно. Шикарно. Ну что, двигаемся с тобой дальше. Смотрим, на какое место мы приземлимся. Где-то 71-е, наверное, да? 63-е даже. О как. Берем Романа. Этих ребят откаты. Раз, два, три. И остается у нас там 3 бойца плюс Леонардо вместе с Усаги. Все, мы как раз с тобой уложились тютелька в тютельку. То есть и откатики все потратим практически, да? И все будет хорошо. Так, давай, Усаги. Ну, Шреддер, как ты понимаешь, уже упадет сразу. Я бы очень сильно удивился, если бы он пережил эту атаку. Так, а вот Леонардо. Все, прекрасно. Да, друзья мои, прекрасно тут все получилось. И последний у нас с тобой бой. Заключительный именно на арене. Какой там, 45-е? Точно, 45-е место. Берем с тобой бой. Берем 17-24, это Давид. Делаем последние откаты. И добираем с тобой последних бойцов. Все. Все бойцы, ребята, отыграны. Все абсолютно. И это круто. То есть и откатов хватило, да, на все. И отыграли неплохо. Ну, поехали. Тут на самом деле можно не волноваться. Тут никто не пострадает, потому что довольно сильные персонажи у нас. Забомбить они не смогут нас. И короночка от Леонардо. Все. Ну вот, ребята, мы с вами с ареной на сегодня закругляемся. Это хорошо у нас вышло все. На самом деле, я тебе говорю, очень хорошо. Не хуже, чем и в понедельник было. Да, и практически тот же самый результат. А, нет, там была у меня мастер 1 звезда. Я чуть было не перешел на 2 звезды. Где-то вот 1 звезда, 25-й ранг у меня был. Это в понедельник, когда я делал буст. Именно в той серии, которая не получилась. Ну что, теперь я должен попытаться, друзья мои, пройти вот это испытание. Точнее, даже не испытание, а последний бой. Вот дают мне вот таких персонажей. Мондагека я уже не беру. И вот здесь первый бой, как раз с грибами. Он больше всего отнимает здоровье у меня. Начинается, да? Как же они меня бесят. Видишь, они еще на себя уклонение поставили. То есть, блин, и это уклонение очень сильное. О, надо же, гриб подбили. Так, ну попробуем, ребят, может пробьем все-таки? Нет, промахнулись. Давай поставим с тобой доп. Защиту тогда на всякий случай. И вот так вот. Ага. Вот смотри, что творят, а. Ай-яй-яй. Так, минус. Ну, есть.
Слушай, ну сейчас здоровье чуть-чуть побольше, ребят, осталось, чем обычно у меня. Не хочу, ребят, я ставить провокацию на нашего Рахзара, потому что, мне кажется, они его тогда разберут здесь. Так, контратака, давай. Хоба. Хоба. Ай-яй-яй, Джастин, долбани. Молодец, красавчик. И вот так вот. Тут теперь тля. Ну, с тлей, ребят, будем попроще немножко тут бороться. Давай провокацию возьмем. Потому что у нас все равно... Ай, контратака. А куда контратака-то делась? Ай-яй-яй, зря я так сделал, ребят. Я боюсь, сейчас Рахзара-то и потеряем. Бонус снят. Еще и понизили мне атаку. Не буду. Давай просто попробуем разобрать их. Так, меткость понизил. Защита, доп. Защита, ребят, конечно, нужна. Очень сильно. Она никогда не будет лишней, поверь мне. Минус. Убрали. Слушай, ну Джастин неплохо бомбит своими щупальцами, да? Отнимает практически фул здоровья. А здесь, ребят, без бомбочки, ну никак. Макман, так, надо, по идее, Эприл убрать отсюда. Ну-ка, надо ее пробить, ребят. Все, хило они лишились. Шокер, да? По зеку. Давай вот так вот сделаем. Так, меткость понизил, да? Уберем с тобой, попробуем. Вот так вот сделаем. Крепкий, а? Этот железноголовый, все, мы его убрали. Мондагека сейчас будет ускорение делать, ну и хорошо. По крайней мере, не атакует. Оу-оу-оу. Ё-моё. Джастина мы потеряли. Аж... Нифига они тут, ребята. Без хила очень тяжело играть. Да что такое-то, я не могу понять. Что за фигня, блин, опять, ребята, ну... Вот... Трындец, ну ты посмотри. Че он так разбирается, это еле-еле, я не врублюсь. Он... Ватник полный, блин. Зэка завалят все-таки. Блин, ты этот задолбал своими этими массовыми атаками уже, а? У меня просто еще одна, ребята, будет битва. Там, извини меня, все черепашки, я не знаю, как мы там будем с тобой проходить. Давай, атакуй его. Добиваем нафиг. Нет, черепашек мы с тобой не уничтожим. Блин, опять не получится у меня тогда, да? Выходит. Тут, смотри, команда у них. Трындец, сейчас попадем под разбор. Ох, тут-тут-тут-то. Нет. Зэка мы потеряли. Этот сейчас своей суператакой тоже кому-нибудь упадет, да? Ну да, ребят. Не тяну, не тяну я вот никак не получается. Знаешь, не дано мне пока пройти, ребят. Это вторая попытка, второй фейл, то есть... Не справляюсь. И бесит меня вот это, что мы не справляемся, а? Джастин. Не могу, ребята. Ну что же, тогда мы с тобой в следующей серии пойдем на испытание... Городская война, тени на солнце. Тут у нас как раз и Алапекс, и Шинигами, и Кунаичи. Вот именно за ними мы и пойдем. Так, давай посмотрим у нас, сколько мутагена. 54 тысячи, ничего себе я накопил, ребят. Армагон, давай. Все, друзья мои, 96 уровень он получает. Ну а мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!